Казахстан – страна, куда стоит поехать, сказал в интервью нашему корреспонденту США легендарный конферансье на ринге 70-летний Майкл Баффер. Самый звездный ведущий мировых спортивных шоу не раз анонсирует поединки Геннадия Головкина. И вот сегодня на Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке Майкл Баффер произнес свою знаменитую фразу «Давайте приготовимся к драке». Это высказывание он впервые использовал 35 лет назад, а позже даже запатентовал. Американец Майкл Баффер завоевал известность и как актер. Он снялся более чем в 20 фильмах и сыграл самого себя в кинокартинах «Рокки». Непобежденный Геннадий Головкин с впечатляющими достижениями вышел против другого нокаутера, чемпиона-обладателя пояса IBF Дэвида Лемьё. У Геннадия миллионы поклонников США и, конечно, много миллионов на родине, в Казахстане. Знаю Геннадия уже 5 лет, встречался с его мамой и супругой. Надеюсь посетить вашу страну, зная, что Казахстан – это разноликое и многонациональное государство, и примером тому является Геннадий. Считаю, что Казахстан – это страна, куда стоит поехать.